Мурки на всех, ребята, Кисонька снова с вами. И с вами опять очередная серия Нинукуни 2 с возрождением короля. И мы продолжаем спасать маленького принца, маленького юного короля этого королевства. Прямо сейчас с вами продолжаем. И я, Киса, здравствуйте. Да, вы уверены, что хотите загрузить? Да, очень даже, почему бы нет. Напоминаю, что мы закончили с очень интересным моментом. Мы нырнули с этим юным принцем вниз в воду, оставили Алми, и теперь мы идем куда неизвестно куда, делаем то неизвестно что. Hey. Я чувствую легкий ветерок, похоже, выход там. Ну что ж, выход-то там, подземелье здесь, и мне очень темно, как обычно это все происходит. Сейчас, секундочку. Итак, мы готовы. Я одела свою, нацепила свою шапку-ушанку. Почему здесь такое большое место, а в итоге здесь еще ничего нет? Ах, мы зашли в сюжетку, перед нами... Что это? Ах, а вот он самый. Черный рыцарь, здравствуйте. Вот вы где, я вас нашел, сказал он. Безжалостный преследователь, темный рыцарь. Ну, если вы до сих пор не поняли, кто это. Ну что ж, черт возьми, как он... На самом деле он крикнул: держись за стороны, отойди назад. Если он здесь, значит Альми уже... Да-да-да, Альми уже где-то... Чё он сейчас? Да, делает ожог вперёд-вперёд, но по сути, если мы будем должен... Он в блоке, понятно. Блок надо, чтобы отошел. Уходим, уходим с блока. На самом деле... Мы даже ничего такого и сносим. Что случилось? Он дышит еле-еле. Ну, мышка, мышка-нарушка. Он уже готов? Он заснул? Нет, он делает какую-то тайную магию. С него падает щит, меч и... Вырывается настоящее зло. Демон. С перегаром. Ничего так... Ничего. Ну что ж, убили черного рыцаря, и теперь у нас появилось какое-то существо с мышиным, между прочим, хвостом, но шестью лапами. Слушай, ничего себе. Рейд босса. Давай в кого? Почему он стоит рядом с мальчиком и не пытается убить мальчика? Уйди, уйди! Уйди отсюда! Но я чувствую, мы не победим. Да? Что это такое? Вот это да! Я же говорю, вот он. А вот и Альми. Нет! Слушай, давно бы так. Хедшот. Дать хедшот. Ну, наверняка же он не сдох. Наверняка он не сдох. Альми! О, нет. Он ее взял на руки. Альми, проснись. Очнись. Эван, прошу вас. Станьте королем. Что? С самого начала, с самого этого дня. Что-то я хотел. Я старалась быть для вас и матерью, и старшей сестрой. И другом. Я знаю, я знаю! Я мечтала, что в будущем... Как в будущем вы станете замечательным королем. Но... Стать королем — это невозможно! Без тебя я не смогу стать королем! Конечно, сможете. Есть у вас такое доброе сердце. Я вижу. Be the kindest king
Я вижу замечательную страну, где все улыбаются. Амина! И этой страной правит король Эван. Эван, станьте настоящим королем и спасите этот мир. Альмина, нет! Нет, Альмина! Альмина, не бросайте меня! Ночью плачет он. Очень слезливо. Она его защитила путем ценой своей жизни. Защитила. Таким живым щитком стал для него. Я понял. Я сделаю это. Я попытаюсь. Для тебя, Альмина. Я построю страну. Прекрасную страну, о которой мечтала Альмина. Я слышу шум. Эван, здесь опасно. Мы должны уходить. Альмина! И он ушел. Ну что ж, очень печальный конец. Мы прямо перед ним это все и закончили в прошлый раз. Ух, если бы закончил чуть позже, мне было бы очень печально начинать эту серию. Ну что ж. What's the matter, Evan? Иван, чем ты так опечален? Мальчик из сновидения. Даже не спрашивай. Я потерял очень близкого мне человека. А ведь я думал, что она будет со мной всегда. Вот оно что. Мне очень жаль. Но послушай, на смену расставания обязательно придет новая встреча. Встреча? Именно. Потеря близкого человека — это очень печально. Но ведь была и новая встреча, так ведь? Роланд, конечно же. Впереди тебя ждет еще больше новых встреч с самыми разными людьми, и среди них, несомненно, будут те, кто станут близкими тебе. Жизнь — сложная штука, как умный мальчик. Расставаясь с любимыми, встречая кого-то нового, мучая сомнения, мы шаг за шагом движемся вперед. Наверное, так оно и есть. Прости, слишком пафосно, но, видимо, прозвучал. Но это меня научил один замечательный человек. Замечательный человек? Ладно, мне пора. Я загляну как-нибудь снова. До встречи. Пока. Подожди. Блин, он сказал, подожди. Он сказал, пока. Ну вот. Вот такое небольшое сновидение было сейчас только что у Эвана. А, видимо, сгенерируемое шоком от потери Альмины. Hey. Проснулся, наконец. Я видел странный сон. Похоже, это был не кошмар, и то хорошо. Ну что ж. Ролан, ты куда? Хочу немного отвлечься, пойду развеюсь. Как можно развеяться где-то? Вот куда они попали? Что за бред, блин? Мне скучно, я пошел прогуляюсь. Пойдем со мной, поговорим. Хорошо. Ну да, чувак, вопрос, а где я нахожусь? Что мы здесь делаем? Что мы будем есть? Как будем укрываться от холода? Фу, сюжетный квест обновлен. Смерть Альмины. Ну что ж, отправляйтесь к Роланду. Так, давай-ка мы... сохранимся, да, я так понимаю, в любом случае сохранилось. Куда нам идти? Мы теперь управляем мальчиком. Замечательно. Так, а у него должно быть тоже, по идее, колечко с оружием. Или нам сейчас ничего, да? Нам ничего не это недоступно. Вот тут проход. Нет, не проход. Это должно... Я должен поспешить к Роланду, окей. Я должен поспешить к Роланду, хорошо. Нет, не туда. Туда. Сюда. Блин, господи, ну здесь и проход такой. Who is this? Это Роланд? Этот мир настолько отличается от моего, от того, откуда я родом. В моем мире не было такой страны, как Коронел. И эти места мне тоже не знакомы. Gosh. Каким он был, твой мир, Роланд?
Как сказать? В определенном смысле он был, конечно, более продвинутым, но в нашем мире, кажется, мне есть что-то такое, чего не было у нас в вашем мире. Да-да-да. Магия, например, в кольце. Знаешь, Альмина на ночь рассказывала мне сказки. И знаешь, одна из них была о другом мире, тесно связанном с нашим. Я всегда думала, что это просто сказки, но мне все сходится к твоим рассказам. Ну, да, откуда, интересно, Альмин об этом знал? То есть, получается, я по какой-то непонятной причине перенесся из твоего мира в ваш? Слушай, Роланд, а кем ты был в своем мире? Королем. Эй, правда, что ли? В нашем мире эта должность называется президент, но смысл тот же. Постой-ка, выходит, и в этом деле ты опытнее меня? Нет, это он спрашивает. Да. Ну, в принципе, да. Получается, что так, в таком случае я могу немногому научиться у тебя. Правда, твой мир и мой мир немного отличаются. Блин, хорош болтать, пошли что-нибудь делать. Ну что ж, чем займемся теперь? Вот прям читают мои мысли. Можем поселиться где-нибудь глубоко в горах, где нас никто никогда не найдет. А зачем, если нам нужно королевство строить? Нет, я принял решение. Странный вопрос от Роланда, если только что он услышал обещание Альмине построить новое королевство. Я стану королем, как обещал. Я дал обещание Альмине. Обещание построить страну, где все будет улыбаться. Ну, действительно. Ну что ж, пошли строить. Пусть будет так. Я тоже о многом успел задуматься. Видимо, не успел прочитать. Я буду жить здесь, в этом мире. Блин, чувак, у тебя выбора нет. Ты вернуться не можешь. Я, Эван, я пройду этот мир с тобой, этот путь с тобой. Роланд? От печальной гибели Альмины, Эван примет решение стать королем и покончить с враждой в этом мире. И Роланд, проникшись к Эвану, пройдет вместе с ним по этому тернистому пути. Да, сохранить, почему бы нет? Да. Как-то странно, это что, все? Глава 2. Новое королевство. Чтобы стать королем, что-то я не успела прочесть, а священный защитник, что это такое значит? Видимо, они начали строить свою империю. У короля должно быть непосредственно доказательство силы перед лицом своего народа. Чтобы показать своим подчиненным, что он достоин называться королем, претенденту необходимо заполучить союзники магическое существо, так называемое священного защитника. Получается, святой защитник — символ королевской власти. Мы пойдем сейчас за драконом? Можно и так сказать, но это не все. Святой защитник приходит на помощь в трудные для страны минуты. Он обладает силой, превосходящей во много раз мощь огромной армии. Это что-то вроде огромного чудища? Угу. Самые крупные из них достигают размеров замка. И подобное существо ты должен... Постой, ты ведь говорил, что ты уже король. То есть, получается, договор со святым защитником уже был заключен. Отца не стало всего месяц назад, и я не успел наследовать святого защитника. Поэтому и еще не настоящий король. Если бы все сложилось как нужно, я бы прошел ритуал, чтобы наследовать святого защитника, и был бы сейчас королем. А как выглядит святой защитник твоего королевства? Огромная страшная крыса? Мышка? Там, судя по картинкам, это все-таки дракон. Ну, тут тоже, видимо, дракон. Вот его крылья. Вот его рог. Такой древесный какой-то драконица. Может прилетать сквозь стены. Ничего себе.
Святозащитник королевства Белгасил признал меня достойным права на трон. Таким образом, я, Кресалион, официально становлюсь королем Коронелла. Кресалион! 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 Ну что ж, получается, святой защитник Коронелла Белгасил уже попал в лапы к этому Кресалиону. Откуда ты узнал? Поэтому я должен найти другого святого защитника, нового покровителя для новой страны. И где же искать этого святого защитника? В долине воздушных змеев есть место под названием Колыбель Солнца. Я думаю, что там можно найти святого защитника для заключения договора. Колыбель? Чего? Колыбель называется обитель святого защитника. В каждом королевстве есть своя колыбель божества. То есть, если святой защитник не связан с каким-либо королевством, можно пройти, прийти в его святилище и заключить с ним договор? Да, и колыбель солнца как раз не принадлежит никому, ни к одному королевству. Ну что ж, я готов отправиться в путь. Вперед в долину воздушных змеев. Да! Погоди-ка. Вы открыли комплект снаряжения Эвана. О, теперь он тоже оделся. Вот как я про это и говорил. В тот раз он не переоделся, у него не было другой одежды. Ролан, с этого момента я тоже буду сражаться. Эван, блин, а до этого что ты делал, а? Честное слово. Ну хорошо, но смотри, не переусердствуй. Блин, ты будешь убивать больше, чем я. Итак, я могу... Вы можете попасть в меню «Команда» из главного меню. Вы также можете использовать быструю клавишу «П» вне битв. В этом месте... в этом меню вы можете менять участников своей команды. Самым первым... Ох... Прошу прощения. Как всегда, не вовремя телефон. Самый первый персонаж в списке становится лидером. Вы будете управлять им, когда начинается сражение. Ну что ж, замечательно. Давайте попробуем. Сюжетный квест обновлен. Буковка П. Чпок. Чпок. ПЕ, короче, П. Е. Ну, так понимаю. Ну-ка еще раз. П. Низ. Е. Ну. Нет, все равно мы управляем мальчиком. В чем проблема? Подтвердить Е. Ну. Выбрали Е. Дальше. Черт подери, он еще кушать хочет. И все равно я не могу управлять Роландом. Что за фигня? Странно, все очень странно. Ух ты, смотри! Это же портал! Может, пока на данном этапе я не смогу? Не понял. Что ты там только что сказал? Портал — это место силы Земли, точка концентрации потоков энергии, пронизывающих местность. Господи! Если активировать это касанием, в это место можно вернуться. При помощи заклинания телепорт... Мгновенное перемещение. Погоди-ка, используя эту магию, мы бы с легкостью смогли покинуть замок. Как я и говорил, если не прикоснуться к порталу и не активировать его, то телепортироваться будет нельзя. Я почти никогда не покидал стен замка, и я вижу портал в первый раз в своей жизни. Вот оно как. Ну тогда мы обязательно отыщем с тобой как можно больше порталов. Yes. Отлично! Ну что, попробуем активировать? Попробуем. Ну что ж, все. Портал активирован. По всему миру можно встретить множество телепортов. Приблизившись к телепорту, нажмите Е, чтобы его активировать и запомнить это место для мгновенного перемещения. Активированные телепортеры автоматически добавляются в вашу карту телепортов. Где бы вы ни находились, вы всегда можете переместиться в это место. Угу. Вы
можете открыть карту телепортов, нажав буковку N. Вы также можете перейти туда из окна карты, нажав N. N. Проверяем. Окей. Скалистый лагерь. Нам туда? Угу. Мобики, смотрите, какие интересные ходят с большой дубинкой. С битой, я бы сказала, это бита такая. Сейчас будут, видимо, шары гонять. Ну что ж, выдвигайтесь к долине воздушных змеев. Нифига себе, какие мы стали теперь красавцы. Ну-ка, попробуем сейчас перемещаться так, буковка Е. И... Не, все равно я на нем. Да что за фигня? Подтвердить. Не могу я сделать это. Фу, короче, ладно. Что ж. Это монстры. Если подойдут ближе, надо будет драться. Опа-па. Так, в общем, мы перемещаемся по местности. Йо-ху! А монстры будут бить, нет? Пэп-хэта! Я бы хотела, между прочим, перемещаться. Ну, открываем. И... Опа-па! Мы опять деремся. Йо-ху! Победа! Что мы получили? Кость, мы получили лохматую шкуру и 3 голды. Ну что ж, ничего страшного. Лохматая шкурка тоже ничего так. А нам, кстати, вот в то место, если не ошибаюсь. Куда-то туда. О, дропик. Опять драться. Я, короче, поняла. Обходить, наверное, здесь не имеет смысла. Надо просто... Так, надо вон того побить. Лучника. Укушайте. Пиум, лучники. Победа. И что-то мы там получили. Мистическую штимбелянку. А можно просто пробежать мимо? Нет, видимо, нет. Видимо, нельзя. Так, иди сюда. Умри ты, маленькая сволочь. Монстрятая. Так, а мы опыт получаем оба, да, так понимаю? Качаемся тоже опа. По карте нам нужно куда-то сюда пройти. Здесь у нас мостик, здесь мостик. И так тирик-тирик-тирик-тирик пойдем с тобой. Хочу еще мобов побить. Р-р-р-р, говорят они. Come on! Пошли, дядька, валить морды бить. Гиена. Какая-то гиена. Сюда. Вот так. Эй! А как я переключилась? Не взяла просто и переключилась, а?
А где Эван? О, Эвана убили? Да ладно! Эй, Победа, вставай! Блин, он прилег, отдохнул и встал, что ли? Чё-то я не поняла. Так, нам. Тудысь. Подожди, куда? Куда нас? Опять! Отошла, батюшки! Да что ж это такое творится? Говорит она. Змей проклятый! Эй, вот привязался-то! Эван, поспешим на помощь. Сейчас пойдем помогать старушке с ее птичками. Так, ну что ж, среди монстров бывают такие, которые умеют летать. Они могут доставлять немало хлопот, так как не получают урона от атак ближнего боя. Если вы атакуете их земли, в такое время такие враги могут быть сбиты на землю, если атаковать с воздуха. Для этого вам необходимо выполнить атаку в прыжке. Атаки на расстоянии тоже могут быть эффективны. Некоторые навыки персонажа также могут быть полезны в таких случаях. Так, ну что ж. Прыг-скок-команда! А почему мы его так плохо бьем? Меня бить! Он забрал... Вау! Смотрите, ребята, как 100 китайцев на один танк налетели! Эй, что? Эй, ребятки! Похоже, вы можете видеть этих крошек? Они могут стать хорошими помощниками в бою. Во время боя... Фуняши! Боже мой, это фуняши! Фуняши будут сражаться на вашей стороне, исцеляя и защищая вас. Каждый фуняш также имеет свой уникальный стиль сражения. Боже мой. Время от времени, когда ваши маленькие соратники готовы прийти к вам на выручку, они подают сигнал. Приближившись к ним, нажмите Е для того, чтобы использовать их способности. Некоторые умения при длительном нажатии кнопки навыка позволяют активировать эффект поглощения духов, приобретая таким образом элементальную принадлежность или дополнительный урон. Необходимо для этого количество фуняшек и их тип, а также активируемый эффект можно проверить на экране описания умений. Попробуйте использовать умения и фуняши в сочетании. Где там фуняши в сочетании? Ой, вы куда, дорогуша? Не сюда! Опа! Фуняши, атакуйте! У-ху! Сюда, ребята, сюда! Жесть, фуняш. Все хорошо. Уф, ну и предел, как же я попала. Спасибо вам, выручили старушку. Меня зовут Марта, но все называют меня тетушка Марта. Вот что, заходите-ка ко мне в гости, я хочу поблагодарить вас за помощь. Сейчас напою вас, накормлю и в печку посажу. Тетушка Марта всегда с вами. Прошу, меня здесь, правда, немного тесновато, но заходите, пожалуйста. Боже мой, фуняш. Я до сих пор, блин, в шоке. Фуняши! Вот, пожалуйста. А чё такой один фуняша красный? Нагрелся фуняшка? Вы меня спасли! Спасибо вам большое! Ну надо же, виверны, так близко! В последнее время даже за лечебными травами не сходить спокойно! Эти малыши тоже разновидность монстров.
Какие еще монстры? Вовсе нет. Как бы объяснить? Они скорее не живые существа, а сама природа. Природа? Огонь, вода, ветер, различные явления природы — это и есть фуняши. Они принимают форму небольших существ, которые вы и видите. А вы, ребята, путешественники? Давно уже никто не заходил в эту степь. Мы направляемся к долине воздушных змеев. Наша цель — колыбель солнца. Вы в своем уме? Это же территория воздушных пиратов. Воздушных пиратов? Да, но у нас нет другого выбора. Вы серьезно? Серьезно? Ха-ха-ха! Похоже, вы настроены решительно. Раз так, возьмите-ка с собой моих малюток. Меня, возьми меня! Рикс, Дикс. Нам, правда, может взять их с собой? Можно, можно. Помните, я сказала, что хочу отблагодарить вас. Я видела тот ваш бой, и теперь могу с уверенностью сказать, вы прекрасно поладите с моими фуняшками. Thank you. Большое спасибо, тетушка Марта. Они будут хорошей помощью нам в бою, Эван. Если захотите что-нибудь еще узнать о фуняшках, обращайтесь. Жесть. Вы подружились с фуняшем. Фуняш, справедливый Дикс, стал вашим новым союзником. У нас опять трое. Привет, фуняш. Ура, гостя! Ура, гостя! Жесть. Так, ну что, фуняшки здесь разные, я смотрю. Фу-ру, ребят, слово теперь фуняши для меня теперь обретает новое значение. Я хочу вот этого фуняшку посмотреть. Фа-ф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 а! Избалованный фуняш. Финявки! Деня! Что нам нужно делать, скажите? Со всеми фуняшками переговорить? Иди сюда, фуняха. Блин, жесть. Еще раз. Мы спросили уже про фуняш, вы нам все рассказали, спасибо, теперь на что? Уходить? Покормите нас, мы голодные! Хе-хе-хе-ня! Ну, открывай дверь, хорош жесть. Выдвигайтесь к долине. Где выход из этой комнаты? О, вот здесь, походу, делал. Я, наверное, в личные покои стремилась попасть. Ну что... Что ж, домик тетушки Марты. Мы сейчас как раз активируем портал. Сюда мы, видимо, еще сможем вернуться. Так, теперь давайте посмотрим карту. Нам сюда и в обратную сторону. Там сундучок, правда, лежит. Давайте до сундучка добежим. Может, там какое-то интересное оружие будет. Ну, колдяшку-то забери, дядь. Смотрите, вверху дракон, видите? Драка! Нас сейчас встречает драка. Давай, держись позади, сказал он. Очень много соперников. Опа-па, какое у них оружие. Заметили? Пушка. Победа. Интересно, их убить можно, нет?
Итак, мы уже 35 минут с вами, ребяточки, уже играем. Давайте мы сейчас дойдем до мостика и прервемся до следующей. Нет, надо дойти не до мостика, нам надо дойти до сохранения. Тапочки, нам дали тапочки. Вы получили простые башмачки. Так, а как тут у нас простые башмачки можно посмотреть? О, подождите, подождите, я не успела. И ходить можно? Кольцо касания. Слушай, магическая трость огня, пистолет, магический жезл. И что нам делать с этим? Хорошо, как-то на буковку Т, если не ошибаюсь, да, открывать общее меню. И смотрим, что у нас там есть из снаряжения. Команда, снаряжение, железный меч, пистолет. Мы можем одеть. Предмет находится в снаряжении у Эвана. Связаться? Нет, нет, отмена. А мы кого смотрим? Нет, чужой мы одевать не будем, а вот башмачки, пожалуйста. Нам нужна защита. Все-таки мы как более-менее танкующий класс будем. Кольцо касания. Амулет здоровья. 5 магической защиты нам дал амулетик. Рассекающий удар — это наше умение. Давайте теперь посмотрим, что мы можем нацепить. О, у него больше умения, кстати. А больше ничего мы не можем нацепить, поэтому... Команда. Угу. Угу. У нас только один тикс, да? Ну, ничего страшного. И на этом спасибо. А как нам здесь спуститься? Мы можем ли здесь спуститься вообще, в принципе? Нет, мы здесь спуститься не можем. Нам нужно обходить и опять встречаться с этим мобом. Ну ладно, ничего страшного, сейчас пойдем подберемся. Слегка так. Фу, у нас теперь больше... Эван, держись позади. Ты у нас... Афоняшки хилят же, да? Говорите. Хочу хиляющие фуняшки. Так, обходим вот тут, если это можно сделать. Нет, это нельзя сделать. Что-то мы не то, видимо, пошли, ребят, не могу понять. Да, нам надо вот так спуститься, видимо. Видимо, спуститься там. Сундучки пожамкать. Получили что? Ароматерианию? Господи. Какие они уже 10 уровни? Ох, Эван там дерется. Магия дерется, между прочим. Победа! Фуняха, привет. Ну что ж, забираем дроп. Мы нашли железную руду. Блин, это я уже слишком ушла, да? Но там есть сундучок. А я открыть его не могу. Ш...
Странно, странно. Я так думаю, нам вот эти мобики нужны, чтобы прокачаться, да? Что-то очень все быстренько, но не страшно. Фуняшки нас похилят. Нас развеселят. Ну ты дроп собирай хотя бы. Ева, ну тебя толку. Нам в ту степь надо как-то идти, в ту степь. Там еще сундучок есть. Там пещерка. И нам дали. Можно его съесть? Что он делает? Какой-то баф, да, походу, делал? Так, тут пещера. Скалистый лагерь. А нам все-таки нужно как-то... Я уж потерялась. Чуть-чуть потерялась. Я здесь спуститься не могу. Да отстань ты от меня, я пытаюсь спуститься. Вот так. Вот так. Вот так. Так, давай посмотрим, что у нас здесь и как. Да, вот здесь у нас есть спуск, и мы можем убить мобиков. Заодно и прокачаемся чуть-чуть. Ну что, мы готовы? Хорошо, что здесь своих не бьешь. Ты такие мувы делаешь прям. Опять бой. I do my best. Победа! Давайте дроп соберем. Не успели. Не страшно, мы его сможем забрать и после. Say. Кстати, а эти твои ушки настоящие? Да, ну меня о них никто не спрашивает. На самом деле, я наполовину человек, наполовину кто? Кошка, да. Уши моего короля кошачьи. Вот так, ребята, королем будет полукот. Полукот. Давай, драка. Давай, держись. Смотри. За попой, говорит он. Наблюдай стороной. Ну, молодцы. Успеем. Почти успел все собрать. Дроп, 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 пацан, дроп, не теряем. Чё, зря, что ли, дрались? Так, и нам нужно куда? Нам нужно сейчас направо идти, вот по этой дорожке. Нам показывается, да, я так понимаю, путь? Судя по тому, что светится такая тонкая линия. Камон! Вали этих маленьких злостных тварей! Победа! Голда, руда, железная руда, очередной монстр сбитый, тоже наш клиент. Целых 4 монстра сбиты. Победа!
Так, забрали, идем дальше. Ух ты, какое разнообразие! Все? Все быстро кончилось. Замечательно. А хилимся мы в их круге, я так понимаю, или что? Нужно подойти в круг, чтобы хил произошел. Так, а нам... Вот сюда, судя по карте, нам сюда. Сейчас мы еще кого-нибудь убьем. Эгегей! Дроп, дроп, дроп. Не успела. Ничего страшного. Заберем и так. Какое-то воробьиное перо нам дали. Ничего себе, мы будем делать стрелы с перышками, да, из воробья. И еще один бой. Камон! Тут их уже поболее будет, господа товарищи. Но мы все равно их всех почекали. Жижица-то зеленая. Фу! Вот бесполезные фуняшки стоят просто и пляшут передо мной. Где хил? Где дамаг обещанный? Где помощь? Где защита? Итак, долина воздушные змеи. Ребята, мы заходим в нее. И сейчас, наверное, я на этом прерву сегодняшнее вещание. Завтра мы продолжим посещать долину змей. Посмотрим мумию. Какая интересная такая. Вся прям... горячая. Колыбель божества находится в этой долине, да? Да, но дорога туда трудна и опасна. Откуда ты знаешь, ты же никогда не был здесь? Колыбель солнца расположена в землях Глейс. Это по ту сторону долины, на отдельном острове в море. Правда? В таком случае нам понадобится корабль. Да, наверное. Но для начала нам нужно пересечь долину, а потом уже подумаем и о корабле. Ну что ж, ребята, вот оно захоронение, вот он тот самый камушек, мы сейчас отхилимся. А сохранение уже произошло, но мы все равно сейчас сохранимся. И на этом я с вами, ребят, попрощаюсь. Спасибо, что вы смотрели. Как обычно, подписывайтесь, лайкайте, сделайте приятные киски. И в тот момент, когда вы нажмете на заветный лайк, много-много-много-много кошечек в этот момент задергают хвостиком. Не верите? Проверьте. Жмите. С вами была Киса, до новых встреч и... спасите короля.